Людей, которым прислушивается Бог, трудно описать словами. Миру невозможно постичь глубину внутренней небесной красоты отрока Вячеслава. Но как малое озерцо отражает свет солнца, так наша память хранит ласковый свет жизни блаженного ребенка, посланца Божия. Вячеслав был смиренный духом младенец, целитель, чудотворец и пророк. Он был пламенным носителем истины, только пламя это было таинственно сокрыто нежным его возрастом. Сегодня у отрока Вячеслава множество почитателей. Из разных городов России приезжают на его могилку автобусы с паломниками. Священники служат здесь панихиды и литии. Дом его родителей всегда бывает полон гостей. Что же приводит людей в этот дом? Что они знают об этом чудесном Божьем ребенке, от слов, мыслей и поступков которого даже родная мать приходила в изумление? Сегодня об отроке Вячеславе, особенно в православной среде, задают очень много вопросов. На эти вопросы мы и попытаемся ответить в нашем фильме. Нам хотелось бы правдиво, максимально достоверно и по возможности подробно воссоздать образ этого необыкновенного отрока, пророка, пожалуй, единственного в истории православия, и попытаться осмыслить его роль в нашей жизни. Однако следует помнить, что любой и даже очень подробный рассказ об угоднике Божьем – это лишь слабый, отраженный свет того яркого горения, которым является сама жизнь Божьего избранника, отрока Вячеслава Крашенинникова. Ну, родилась я в Боготоле, есть такой город в Красноярском крае. Вроде род наш все верующие, раскулаченные, они все старообрядцы в основном были. Потом многие из них приняли православие. Наш протоиерей, дед Андрей, наш дед, прадедушка, он был настоятелем храма. Его во время революции сослали в Нарым, на каторгу, вместе с диаконом. И он оттуда не вернулся. Они все молились, все постились. У моей бабушки Фатини, у нее была лестница, такая черненькая, длинная-длинная, на конце треугольничек. И вот она нажимала, как она говорила, одну рисочку. И стоя на коленях, они проводили целые дни в молитве. Они вставали только, чтобы что-то приготовить или по хозяйству сделать. И снова молитва. Я видела ее только молящуюся, и всех так же. Помню тетку Арину, дядю Андрея. Они тоже постоянно были заняты трудом и молитвой. Больше они никогда не повышали голоса, не говорили громко. Помню Библию. Была дома Библия. Старинная такая. Корочку убираешь, пряжки там такие две были, убираешь вот эти, расстегиваешь пряжки, убираешь корочку, и там по листочкам читаешь. И мы все маленькие дети, все могли спокойненько читать. Сейчас я так не прочитаю. Раньше я читала. Потом благоговейно ставят корочку, закрывают на две защелки Библию и убирают ее. Молились много, по ночам молились в основном, потому что как-то докладывали и соседи, могли доложить. Они звали священника из города Тайга, и когда приезжал к ним священник, они собирались на дому, закрывали ставни, закрывали, чтобы свет не светил, окна плотной тканью. И молодые милиционеры их окружали, этот дом,
гоняли бабушек за то, что они молятся. И бабушка такая радостная под утро прибегала домой и мне показывала свои раны, ободранные колени. Потому что она говорит, я-то от милиционера убежала. Они все убежали, а вот бабушка убежала. И вот она такая радостная приходила, радовалась еще и была счастливая, что была служба, что был батюшка. Они все равно молились в любых условиях. Воспитывали очень строго. Всех воспитывали строго. И все были послушные. Я не была послушной. Поэтому бабушка мне показала вот такую плеточку. Значит, да, где-то она вот такая по размеру. Плюс ручка. Значит, два кожаных ремня. На конце каждого ремня была приделана гаечка. Это называлось нагаечкой. И она мне сказала, Валька, на небе Пресвятая Троица, если что-нибудь скажешь против Пресвятой Троицы, и ложит нагаечку на притолоку. То есть мы знали, что эта нагаечка так и врежется в тебя. Ну а если, говорит, мне что-нибудь поперек скажешь, зубы вышелкаю. Вот такое было воспитание. Суровое и простое. Поэтому я с детства знала, что на Бога говорить ничего нельзя. А так как видела их постоянно молящиеся, постоянно постующие, строго одетые и постоянно строгие лица, хотелось бы, конечно, в детстве, чтобы они улыбались, что-нибудь бы сказали такое ласковое. Такие вот спартанские условия были. Да, бабушка у нас часто говорила, что вот ты непослушная, другие были покорные в нашем роду как-то, они просто боялись. Вот. Но как-то не было у меня чувства страха, и бабушка всегда говорила, ну бывают же такие деточки, скромные, послушливые, все выполняют. И вот начинала рассказывать, и вот она все это рассказывала, но она рассказывала все о Славочке. А я над ней смеялась и говорила, бабушка, ты таких видела детишек-то, деточек-то, как ты говоришь. И она на меня смотрела и говорила, нет, я таких не видела. Я говорю, бабушка, да таких и не бывает. Все одинаковые. И вот когда Славочка родился, и когда он подрастал, я всю бабушку вспоминала. То есть она как бы меня с детства подготовила, что такие бывают. И она мне объяснила, что это святые деточки. Но она таких не видела, а я вот увидела. Прошло уже почти 15 лет с того момента, как отрок Вячеслав переселился от нас в свое небесное Отечество. Тысячи людей с благодарностью помнят и помощь отрока, и добрые слова его мамы, и немногословного папу, который в любую погоду помогал добраться до могилки сына. Но бывают и такие посетители, которые своими недоуменными вопросами больно ранит родителей отрока. «А почему такой необыкновенный мальчик родился в такой простой семье?» – спрашивают они. «Почему не в церковной семье, не в священнической? И почему именно у Валентины Афанасьевны? Ведь миллионы женщин живут в России». Не знают они, что сам отрок и ответил на этот вопрос. Когда Славочка родился, и когда я поняла, что что-то настолько необычное происходит, и я уже не выдержала, и как-то его спросила, «Славочка, может быть, ошиблись, что ты у нас живешь? Потому что я ничего замечательного не находила, чтобы нам Господь мог вообще дать такое чудо». И я спросила совершенно искренне, «Славочка, может, я ошиблись?» Он улыбнулся и говорит, «Мамочка, в твоем роду было столько хороших людей,
«А что такое хороший человек?» – спрашиваешь у Славочки. Славочка говорит: «Это человек, угодивший Богу». В общем, в роду было много хороших людей. И он мне начал рассказывать о нашем роде. Ну и получается, что в принципе вплоть до Адама с Евой. Вот этот род, где было много хороших людей. И благодаря этим людям под конец вот этого века у нас в роду родился такой ребенок. Поэтому приписывать себе что-либо я не намерена, потому что мне объяснили, что это заслуга всего рода. И Славочка сказала, что сейчас мамочка идет, говорит, подсчет всех родов, каждого рода. И представители сегодняшние могут или загубить свой род, или помочь ему. Да, вот он и сказал, что сейчас могут погибнуть целый род. Человек, который, как представитель, вот на последнее время, да, вот сейчас человек, он должен очень много молиться, потому что грехов в роду очень много. Славочка сказал, колдунов у людей в родах очень много, и поэтому нужно сейчас мужество, нужно совершить подвиг, нужно очень много молиться. И Славочка просил людей, как можно больше молиться, как можно чаще причащаться. Потому что сейчас молитва зависит вот сколько человек, целый род может зависеть. Молитвы о своем роде. Помяни, Господи, весь почивший род мой, всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматери, и всех от века и до дней почивших сродников моих по плоти, иже имена ты все веси, и ослаби, остави, помилуй и прости им все согрешения их вольное и невольное, и дары Царствие Небесное. Аминь. Господи милосердный и судья праведный, наказывающий детей за нераскаянные грехи родителей до третьего и четвертого рода, помилуй и прости меня, мою семью, моих живых и уже усопших сродников и весь усопший мой род за великие тяжкие грехи богоотступничества, за преступления и попрание соборной клятвы и крестоцелование народа русского на верность богоизбранному царскому роду, за измену и предательство на смерть помазанника Божия, святого царя Николая II Александровича и всей его святой семьи, за отречение от Бога и православной веры, за гонение на святую веру и церковь, за разрушение и осквернение храмов Божиих, святынь и своего православного Отечества, за идолопоклонство и почитание богомерзких праздников, обрядов, идолов, символов и идеалов сатанинской религии богоборцев, за все самоубийства, убийства, колдовство, блуд, разврат, матершину, богохульство и все аборты, совершенные в роде моем, и за все прочие тяжкие грехи, хуления, кощунства, скверны и беззаконие рода моего, от века соделанные, они же Ты вся веси, Господи. Не остави нас до конца во грехах наших погибнути, но ослаби, остави, помилуй и прости меня, мою семью, моих родителей, моих живых и усопших сродников, весь усопший мой род. Разреши соуза греха и неправды,
растерзай клятву, кои мы связаны за беззаконие наше. Сними проклятие за эти страшные грехи с меня и со всего моего рода. Аминь. Ну, как-то я замуж вышла рано. И как-то особого внимания не обращала, потому что сразу началась такая вот канитель. Нету квартиры, бесконечно какие-то проблемы. Это сейчас я не знаю, как в армии, но вроде как немножечко послабее. А раньше у него воспаление легких, а он идет. Мороз до 50 градусов возле реки Томи. А весной грязище, надо эти сапоги почистить, потому что он приходит весь уставший. И вот наряду с этими проблемами очень хотелось, чтобы все-таки было двое детей. Первый ребенок у нас Константин. Второго ребенка мы назвали Вячеслав, но перед самой выпиской он умер. Вообще это невыносимо тяжко, потому что все-таки страшно вот как-то вот это все, что вот тебе надо выходить с ребенком, а ты один выходишь из роддома, что ребенка-то нету. И потом в этом же роддоме родился тоже Славочка. Вот. Мне почему-то хотелось называть его Славочка, потому что не то, что там в честь кого-то, а было такое чувство, что он должен быть похожий на девочку, что он должен быть какой-то нежный такой, голубоглазый. Потом думаю, ну откуда голубоглазый? А хотелось. Вот именно он такой родился, и поэтому я имя ему выбрала сама. Я его назвала Славочкой, потому что славненький должен был быть. Я даже не думала о чем-то другом. Думала о том, что он должен быть славненький. И вот он родился такой славненький. Когда тебе в детстве говорят о том, что Бог есть, и когда ты это знаешь, ну не то, что там думаешь, есть, не есть, а знаешь, что Бог есть, и была только надежда, что все обойдется, что милость Бога все-таки будет, что не может же умереть еще и третий ребенок, которого мы так долго ждали. Вот, но и где-то за месяц перед тем, как мне попасть в роддом, мы снимали квартиру, а у хозяев стоял будильник наверху там, в шифонере. И вдруг музыка. Без 10:05 утра. Я проснулась от этой музыки, потому что она была очень необычная. Она была, как бы не сказать, сильно громкой, но она была достаточно нежной, достаточно такой красивой, что от ужаса, что она такая красивая, эта музыка, я и подскочила. Завели мы будильник. Может, думаю, ну ничего нету, и музыки неоткуда литься. Ну а так как она сверху, а наверху стоял только будильник хозяйский, мы завели будильник. Конечно, этот будильник так тарахтел, что вообще не до музыки. А чувство ужаса от того, что что-то же было, оно осталось. И поэтому я утром пошла, у нас в подъезде жила бабушка. Ей, наверное, ну 100 где-то лет было, даже чуть побольше. Она выходила на скамеечку часов в 10 утра. И вот я ее дождалась, вышла к ней и спрашиваю: «Бабушка, ну что это такое? Она же всю жизнь молится». Она мне и говорит: «О, дочка, ребенок хороший должен родиться». Я и успокоилась, потому что она сказала: «Должен родиться». Вот и все, я внимания особого не обратила. Поверила бабушке, просто взяла и поверила. Раз человек молящийся, значит, правду говорит. Славочка родился 22 марта в 82 году, Великий пост, в день 40 мучеников Севастийских. Славочка родился 3 килограмма 200 грамм, по-моему, где-то 55 или 57 сантиметров ростом. Ну, обыкновенный ребенок родился. Но только необыкновенное было потом, когда вот его принесли на кормление. Что удивительно.
Получается, что вот у нас же раньше как было? Медсестры там в дермантиновых тапочках, там вот, ну, одеты так были. Коротенькие халатики, вот это. Маска вот здесь, вот где-то в стороне. Сюда накидают ребятишек, сюда. А у нас была палата старая, такая страшная, на 11 человек. И вот она сюда накидает ребятишек, сюда. И еще была у нее в палате, одна половинка вечно была забитая. И открывалась одна половинка. И всегда, когда медсестра за этих ребятишек заносила, всегда было так страшно, что она головой стукнет кого-нибудь где-нибудь. Я все переживала. И тут мне опять не несут накормление. А в этом роддоме у меня умер ребенок. Я думаю, уже взмолилась к Богу. Я так взмолилась к Богу, чтобы только со Славочкой ничего не случилось. И вдруг вот эта дверь распахивается. Ее никто не открывал, обе половинки. И заходит девушка. Вот я помню ее до сих пор. Я сейчас ее хорошо помню. Вот, что вот эти сапоги у нее до колен, халатик закрытый, да, вот эти до сапог, все беленькое, все чистенькое. У нее были открыты только руки, и у нее были открыты только глаза. У нее здесь была вот эта маска, вот так вот, а здесь был вот так колпак. И вот эти вот глаза, я не могу объяснить, какого они цвета, потому что они были очень странные, они были настолько красивые. Мне показались, они просто длинные все. Но помню, что были светлые, не то зеленые, не то голубые, не то вообще что-то вот такое. Но не могу объяснить, какого. Ну, можно сказать, цвет морской волны, что-то вот такое. И я смотрю на нее, думаю, откуда такая юная девочка и так одета чистенькая. И вот она мне его подает двумя руками, смотрит на меня и говорит, тихонько так, потихонечку говорит, тихо. Она не то, что прям шепчет, вот как вот мы шепчем, да, чтобы тихонько сказать. Мне подумалось, что она вообще так разговаривает. Она очень тихо, спокойно мне подает и говорит, ребенок весь в родинках родился. Думаю, у меня мысль такая, почему мне врачи не сказали, что он весь в родинках? Подала она мне Славочку и ушла. А я женщинам говорю, о, кто, говорю, вам принес в дермантиновых тапках. И мне, говорю, какая девочка принесла. Видели, говорю? Они на меня так посмотрели и говорят, нет. Я говорю, как это нет? То есть я потом вначале не поверила, потом смотрю, они сами удивленные, изумленные какие-то. Я говорю, так что, вы на самом деле не видели? То есть когда она мне его приносила, Славочку, и подавала, ее никто не видел. А потом я пошла ее искать. И женщины пошли из палаты искать. Их заинтересовало. Нету такой медсестры. И врача такого нету. На вид ей было лет 16-17, может быть. Ну, совсем молоденькая. И поэтому, когда я Славочку принесла домой, я вот его начинаю купать и думаю, какие родинки. Все тельце ровненькое, чистенькое. Думаю, да ей лет 16, что он понимает. Но через 3 года где-то смотрю, там появилась родинка, там появилась, как веснушки вот такие. На самом деле оказался весь в родинках. Родуйся, небожительницею, к матери твоей принесены. Родуйся, креник радости и чистоты. Родуйся, заземный взор твой людьми, ангелом именованный. Радуйся и душу ангельскую имелый. Радуйся, яко и сверстниками твоими за доброту любимый. Радуйся, светлое всем верующим утешение. Вячеславони, дивный помощничий во времена посреди. Птица-то как поет громко. А когда мы с ним вышли из роддома, зима была сильная, морозная,
Вот. И такое солнышко. А я не люблю вот такой пейзаж, когда воробьи чирикают, солнышко такое слепящее светит. Ну, не очень люблю, но именно так и было. Воробьи собрались не знаю откуда. Все пело, таяло, все текло. И я была такая рада, что Славочка домой пришел. Ну, дома вот так вот, вроде как все нормально. Поначалу было. Только соседка пришла, посмотрела и говорит. Такое чувство, говорит, что меня насквозь видит. Вот, я говорю, Тамар, ты в торге работаешь? Я говорю, мы конфетку там какую-нибудь Мишка на севере достать не можем. А у тебя все коробками стоят. Тебе стыдно перед младенцем стало. Вот, ты, говорю, поэтому, говорю, себе и придумала. Но это было именно так. Потому что она именно это запомнила. И как-то мы с ней встретились не так давно. Она это все помнит. Как он на нее посмотрел. Насквозь. И ей стало стыдно. Месяца или в два месяца, в три, по-моему, месяца всем обязательно было пройти невропатолога. Опять же, просидела очередь. Уже подумали, что мне... Ну, раньше вообще это дело было нормальное. Очередь большая. С младенцем-то или без младенца. Очередь. Отсидела эту очередь. Думала, что нас уже не примут. Врач куда-то ушла. Раз кто-то заходит. Ну, и я захожу, моя очередь подошла. Смотрю, сидит. Вот вы знаете, я ее тоже помню. Мне показалась обыкновенная женщина. Посмотрела на Славочку. На ножки его там, помню, поставила. И написала запись, что ему прививки делать нельзя. В общем, получилось так, что ему прививки больше не ставили. А когда попыталась я полечить его глазной врач, это уже было более позднее время, потому что перед этим его посмотрел один профессор и сказал, что если кто-то попытается лечить глаза, не давайте. Я спросила, почему, он мне объяснять не стал. Он сказал, вы не поймете. Думаю, ладно. Просто поверила и все. И когда ему попытались лечить глаза, когда он в больнице был, я объяснила. Когда она уже стала выписывать настойчиво там какие-то капельки, я объяснила, что ему закапывали в глаза. Профессор сказал, ничего нельзя. Врач спрашивает, почему? Я говорю, потому что он этими глазками очень далеко видит. Поэтому я не знаю, от чего вы его собрались лечить. Но вот у него как бы вот было, как вот они мне сказали, настолько размытая радужка в глазу, что как будто ее в принципе и нету. Тут собираешься, маленький ребенок, старший ребенок тоже не был большим. Вот все это собираешь, стараешься скорее на автобус. И вдруг мама вместо того, чтобы помогать, она начала вот как-то себя странно вести. Славочка, и взяла Славочку на руки. И на меня там что-то кричит. Славочка посмотрел на нее, она не останавливается. Он опять на нее посмотрел. А ему было, наверное, месяцев 7 или 8. Он на нее посмотрел, разворачивается, как ладошечкой, хлопнет ее по щеке. Мама замолчала в одно мгновение. И она молчала всю дорогу. И только через несколько лет она осозналась, что она не понимала, что с ней происходит. И когда он ее по щеке хлопнул, она почувствовала такое облегчение. И она больше вообще не кричала. Так что исцелил бабушку 7 месяцев. Thank you.
вот он был такой маленький, весь какой-то кругленький такой, больше похожий на девочку. У него была маленькая кругленькая личика, чистая-чистая кожа, белая такая кожа. И был нежно-нежно, как шиповничек, румянец такой, нежненький-нежненький. У него был маленький ротик и очень маленький носик. И огромные синие глаза. Они бывали синие, они бывали серые. Все зависело от того, какую оденешь на него рубашку. И у него были рыжевато-каштановые волосы, кудрявые. Мягкие-мягкие волосы. Вот он такой вот интересный на лицо был. Вообще все миниатюрное было. И его постоянно думали, что это девочка. Когда он был маленький, мы как раз с ним были в Германии. И немцы не могли на него налюбоваться. Он был жизнерадостный. Он был веселенький. Он при всей вот этой веселости, он какой-то все равно был спокойный. Какая-то была вот такая вот уверенность. Какое-то тихое спокойствие. И все равно вот такая радость и улыбка. Особенно вообще, вот когда людей видел, он вообще любил людей. Он был очень веселенький, жизнерадостный и очень подвижный. У него друзей было очень много. Он еще спит, они уже с утра его ждут. Вот в этом доме жил Слава. Вот это первый подъезд. С левой стороны были наши два окна. Вот эти вот березоньки, они всегда здесь с ребятишками играли. Чтобы мамочке было удобно, видеть его было. И с той стороны еще были наши окна. А вот там на скамеечках их было две скамеечки. Ребятишечки постоянно ждали Славу. Когда он проснется утром, терпеливо сидели, хотя было окно открыто. У нас же не было балкона, окно открыто, они могли позвать его. Но они не смели этого делать. Они сидели и ждали, когда же он проснется. Я выглядывала и говорила, говорю, Славочка, твои друзья уже давно сидят. Вот он завтракал и к ним выходил. А потом он сказал, вы, говорит, переедете вот в этот дом. На четвертом этаже, говорит, будут окна. Я, говорит, туда буду часто приходить. И мы действительно переехали в соседний дом. И действительно живем на четвертом этаже. И действительно окна сюда выходят. Я из этого окна вижу всегда этот подъезд. Но уже как-то славы нет. И, в принципе, смотреть-то и не на что. Вот эта вот березонька, она росла, она не была, конечно, такой высокой. Но у нее была вот, она вот, от нее только пенек остался от второго ствола. И вот эта вот поляночка, она такая зелененькая, ухоженная. На ней ребятишки вместе со Славой играли, а у нас опять же в эту сторону окошко выходило. Я всегда видела Славу и с этой стороны, и с той стороны. И вот когда Славочки не стало, вот эта березонька половина засохла, сразу засохла. И вот долго-долго стояла, и никто не решался ведь ее засохшую убрать. И потом, когда она сама уже упала, вот пенек остался только от нее один, эта березонька вторая, она так болела, вот сейчас на ней смотрю, вот наросты появились, но живая. Выжила как-то, вот зазеленела, выросла. Вот, удивительно. И цветы на окне тоже. Врач, когда пришла и говорит, я, говорит, только слышала, что такое бывает, но никогда не видела. Вот вы знаете, за одну ночь... Да какой ночь? Даже не ночь. За какое-то единовремени, прямо в раз, они все как бы замерзли. И маленькие-маленькие только отросточки остались от этих цветов. Роза полностью, по-моему, погибла. Вот такие очень странные вещи были. А соловей, который здесь всегда был, он улетел после смерти Славы. Он больше никогда здесь не пел на березе. А так он всегда им тут напевал, ребятишкам. Им со Славой было очень хорошо. Как-то ко мне прибегает и говорит, мамочка, у нас дома бочка есть? Я говорю, Славочка, тебе зачем бочку? Какую тебе бочку-то? Деревянную, говорит. Я говорю, зачем тебе деревянную бочку? Мамочка, я построю подводную лодку, чтобы в ней никто не тонул. Потому что плохо строят, надо строить лучше. Люди тонут. И хотела вот на озере Месяж из бочки деревянной построить лодку. Сказал, я лучше сделаю. Но у нас бочки не оказалось.
Вот тогда была песня такая интересная. Она называлась «Ах, мама маленькая, я уж не маленький, ах, мама маленькая, мне много лет». Ее все пели. И Славочка ее услышал, и мне тоже ее спел. Я говорю, уж прямо так тебе много лет. Ты же маленький. А он на меня так серьезно посмотрел и сказал, мамочка, а мне и вправду много-много лет. Я очень старый, почти древний. В общем-то, меня эти слова очень испугали. Виду я, конечно, не подала. Я спросила, как это, Славочка, надо понимать. И вот он мне начал рассказывать. Это я плохо помню. Он рассказывал более подробно, что была огромная скорость, как бы свет. Потом дорога. Я спросила Славочку, что за дорога? Он и говорит, вот есть такая ткань, как льняное. И говорит, я останавливаюсь, потому что впереди очень глубокий обрыв, бездна. Стоит, говорит, человек, очень высокий, одетый как бы в монашескую одежду. А на кончике пальца у него висит лампада. Я так поняла, вот с этими цепочками, лампада длинная. Вот, он стоит с этой лампадкой, она горит, эта лампадка. И я, говорит, остановился, а человек перешагнул спокойно через эту пропасть, ко мне повернулся и сказал, прыгай. Я, говорит, разбежавшись, перепрыгнул и еле-еле, говорит, удержался. А он, говорит, куда-то уж пропал, исчез. Я, говорит, чуть-чуть еще прошел, потом, говорит, свернул, говорит, в сторону, как бы в туннель. И оказался, говорит, у тебя. Вот так вот он себя помнит. Помнит, как он сюда собирался. Как он сказал, что Пресвятая Троица дала ему от себя силы. Я сказала, Славочка, а у тебя что, своей силы не было? Он говорит, была и своя сила. Все понемногу дали силы, и он еще пошел сюда. Я спросила, зачем тебе сюда? Зачем ты вообще пришел? Люди вырваться отсюда не могут, а ты пришел. А если бы ты здесь погиб? А если ты погибнешь? Вот он сказал, что вот он пришел, чтобы помочь людям. И начал рассказывать, какие людям грозят страшные времена. Да, он пришел помочь пережить страшные времена и пришел предупредить людей. Он всем говорил, вот эти дары, что у меня есть, это, говорит, и сила, это, говорит, все для вас, а для себя у меня нет ничего. Все для вас. Здесь важно понять главное. Все обстоятельства, связанные с рождением отрока, и то, что он говорил, что помнит себя до рождения, все это явление особого порядка. И для нас это тайна. Для нас это пока тайна, и тайна эта в отношении отрока для нас пока не открыта. Вот почему совершенно бессмысленно это комментировать и пытаться как-то рассуждать на эту тему. Все эти вещи для нас совершенно непостижимы и необъяснимы пока. Единственное, что мы знаем, так это то, что отрок сам предсказывал, что в свое время Святой Троице Сергиевой Лавре будет найдена книга с пророчествами о последних временах, в которой будет сказано и о нем. Вот и все, что мы знаем. А пока мы просто можем все это принять к сведению и не устраивать бесполезных споров. Господь сам откроет все в свое время. Это было страшно для меня, как для матери, потому что сразу вспомнились все бабушкины слова, сразу вспомнились всех теток, дядя, как они молились, сразу вспомнилось, сразу мысль пришла. Откуда сила? Какая? Это ребенок. Он не может знать того, что он говорит.
он не может делать то, что он может делать. Значит, это кто-то делает. Вот это был панический страх. Кто бы мне объяснил, и что это такое? Потому что я с детства была воспитана так, что человеческое ценилась душа, а не тело. И поэтому страх в первую очередь за душу. А тело, оно как-то так идет второстепенно. Ну вот он как-то вот, батюшка, он не был маленьким ребенком. Он был маленький ребенок, как вот просто смотришь на него, красивенький, на ангелочка похожий, на девочку похожий. Но в нем было такое мужество, и поэтому я даже как мать и другие люди, они не могли к нему относиться как к маленькому ребеночку, чтобы сказать, ой, какая лялечка, его боялись. Вот этой какой-то необычности ее было страшно. Как я один раз на него посмотрела, он как на меня посмотрел своими этими большими синими глазами, я говорю, ой, как страшно, потому что очень красиво. Но я его просто попросила, говорю, Славочка, я тебя боюсь, поэтому давай с тобой договоримся, я же все равно мать, а ты маленький ребенок. И если мне нужно будет, я тебя даже накажу, если будет за что. Но он как-то не давал повода. У меня сын старший возмущался, у всех братья как братья. А этот, его даже не заставишь, чтобы он тапочки принес. Я говорю, почему? Ты скажи Славочке, Славочка, принеси мне тапочки. Он тебе и тапочки принесет, и халат принесет. Ага, он мне говорит. Я говорю, что ага? Я боюсь его попросить. Че это, говорит, он мне будет приносить тапочки? Я говорю, так что ты хочешь? И вот сын с такой печалью мне сказал, не знаю. То есть это мучило вот сына. Муж тоже сказал, что такое, говорит. Заходят офицеры, а он всем кланяется, крестится. Он что, говорит, у тебя поп, что ли? Что это он всем кланяется и кланяется? Я говорю, да, а что плохого? Вот так он всех приветствовал. К нему все с любовью относились. И когда он и боялись, потому что он в любой момент мог сказать то и открыть такую тайну. Они уже видели, что это необычный ребенок, поэтому оно было и красиво, и страшно. И все-таки с любовью, потому что был просто хорошенький человечек. И вот маленький ребеночек, а он всем нравится, и необычности своей. Но когда он что-то говорил, вот это вот то, что он говорил, их пугало. И в то же время они хотели это слышать. В общем, люди мучились, потому что им было стыдно смотреть в эти глаза. Они так и говорили. Я не могу на него смотреть. Мне стыдно. Когда мы служили в Германии, там же были католические храмы. Ну и так как-то они не попадались на глаза. И Славочка был очень маленький. Мы приехали в город Одессу. Ему было, ну, где-то около 3 лет. А там стоял недалеко от вокзала прекрасный храм, старинный. И когда он его увидел, этот храм, он начал туда проситься. Ну, мы думали, мало ли ребенок что увидел. Ну, мы его в сторону, нам же такси надо, багаж. Ехать надо. А он уже начал плакать. А потом он так горько плакал, что его в храм не пускают. Даже начал как бы вырываться из рук, что ему надо в храм, он уже потихонечку умел ходить. И он начал вырываться из рук, что вот и начал требовать. И когда мы посмотрели, в каком он состоянии, я мужу своему говорю, ты посмотри, говорю, что делается с ребенком. Стой, говорю, здесь с вещами. Я говорю, мы пойдем с ним в храм. Потому что видеть такое, как он туда рвется, и потом, это же храм. И мы пошли, заходим в храме нету никого. Думаю, надо же, вообще никого нет, вообще прихожан нету. Только женщина, которая убирает. Славочка у меня из рук сошел,
И пошел потихонечку к алтарю. А из алтаря выходит священник. И они встречаются, батюшка на него смотрит, а он на батюшку смотрит. Вот, и начал с батюшкой разговаривать. И о чем, я не помню, что он батюшке говорил, батюшка глаз с него не спускал, как вот в народе, говорит, глаз. Вот он стоит и смотрит, и смотрит, и смотрит на Славочку. Вот, а Славочка ему там что-то говорит, говорит, и он на меня посмотрел и говорит, его срочно надо крестить. Когда мы поехали на следующий отпуск, ему было больше 3 лет, и мы поехали в тот храм, в который я ходила, что я решила Славочку там покрестить. Приехали мы в город Тайга и пошли в этот храм. Ну, наверное, то ли по молодости, глупость все-таки. Я думала, что батюшка всегда жить будет. И думала, что этот же батюшка, что меня крестил, будет и Славочку крестить. А когда мы приехали, я спрашиваю, где батюшка? Мне сказали, так батюшка давно умер. Был другой батюшка, опять же молодой батюшка. Помню, что с Украины он был. Батюшку зовут Игорь, отец Игорь. Но я уже приехала в храм, и храм уже немножечко не тот. Думаю, да ладно, покрестили мы Славочку у батюшки Игоря. Батюшка Игорь с такой любовью к нему отнесся. Мы опоздали, он все равно нас принял. Славочку почти что отдельно крестил, потому что там еще кто-то опоздал, пришел. Он Славочке разрешил выбрать любой крест. А тогда не так уж большой выбор такой был. И Славочка выбрал себе самый большой крест. И выбрал своему брату еще крест такой же большой. Выбрал 2 креста, батюшка ему все разрешил. Покрестили Славочку, и он такой счастливый был, Славочка. Потом домой, когда пришли, он мне и говорит, не у матери, а когда в Германию уже приехали, и он мне и говорит, посмотрел так внимательно на меня, отошел. Потом опять подошел и говорит, мамочка, а Бог есть? Да я говорю, знаю, Славочка, что Бог есть. Ушел. Опять подходит на меня, снова глазами смотрит такими огромными и говорит, мамочка, а Бог и вправду есть? Я говорю, подожди, а ты откуда знаешь? Все, на этом разговор пока закончился. Мы с супругом вещали в Свято-Троицком храме, и был маленький-маленький наш Славочка счастливый. Он был такой счастливый, что пока нас батюшка венчал, он пошел со всеми, кто вот там помогает в храме, служащими, да, пошел с ними беседовать. Зашел к одной в лавку, а у нее болела голова, в иконную лавку зашел. И она ему сказала, Славочка, у меня так болит голова, а он свою ручонку положил ей. Она ему голову подставила, а он ручонку положил. Погладь, говорит, меня. Но он ее и погладил. И потом она ей говорит, а у меня голова больше не болит. Я так удивилась. И вот женщина до сих пор свидетельствует, что Славочка ей вылечил голову. Когда мы с мужем венчались, там еще одна была женщина, была прихожанкой. Сейчас она монахиня Елизавета. Так вот она, когда недавно приезжала, она рассказала такую историю. Что когда, говорит, мы, говорит, боялись к нему близко подойти. Настолько, говорит, он был необычный. Было страшновато подходить. И охота, говорит, было подойти. И все-таки, говорит, заговорили и сказали, Славочка, одна, говорит, там из нас начала разговаривать, и говорит, Славочка, вот ты, наверное, когда вырастешь, богатой будешь. А он и говорит, да, я буду очень богатой. Но не так, как вы думаете. Он им сказал, то говорит, когда мне не будет 11 лет, я умру. А моя мамочка доживет до Антихриста. Славочку на самом деле все любили. Когда кто-то видел, что никого из нас близко нету,
Они его в подъезде прижмут, обнимут, нацелуют его, отпустят тогда. Но как-то все это делали очень осторожно, не как простого ребенка, что там потискают, а как-то очень осторожно, как что-то такое хрупкое. Он позволял, чтобы его обняли, позволяло. Когда мы приехали с ним в Одессу в отпуск, он сидел у меня на руках. Маленький, кудрявенький. А свекровь у меня в горосполкоме работала. И мы, значит, зашли туда с ним. Все прибежали смотреть на ребенка. Вот, дамы, кто там работал в горосполкоме, все такие представительные дамы, все коммунистки, прибежали смотреть на него. И ой, какой маленький! Ой, какой хорошенький! Он сидит у меня на руках, маленький этот. Он когда чуть-чуть маленечко волновался, он вот этот свой маленький носик вот так вот, и смотрел на него так носик, и говорит им, а коммунистов скоро не будет. Они забыли, что он маленький, и что он хорошенький, они все забыли. Они как на него набросились. Что вы говорите? Как это коммунистов не будет? Они всегда будут. И вот где они теперь. Он был действительно замечательный, потому что он мог спокойно подойти к любому человеку. Вот как в поезде с генералом, да? Такой важный, ну вообще важный. Это вообще от важности просто невозможно. Заходит человек, он действительно красивый, важный такой. Славочка на него посмотрел, а я думаю, надо же, повезло как. С ним же еще надо о чем-то говорить, ехать практически сосед. Славочка посмотрел на меня, подошел к нему, по животу его похлопал чуть-чуть и говорит, дядя, а дядя, ну чего ты такой важный? И начал ему про армию рассказывать. Генерал забыл, что он генерал и что он важный. Он стал как ребенок, а Славочка как старец, умудренный опытом таким. Он сидел ему и говорил, а тот только голову все ниже и ниже и ниже. Негру тоже объясняет. Тоже какой-то такой, ну, тоже как-то ни на кого не смотрит, так он сам по себе сидит. Славочка к нему подсел и говорит, домой едешь. Тут посмотрел на него, сидит. Славочка ему опять, домой едешь. Он так посмотрел на него, домой еду. И вот он с ним начал разговаривать. Смотрю, негр от изумления вот так руками развел. Вот. А я смотрю, тоже стою, думаю, ничего себе, какие руки белые у негра. Вот. А у него изумление. Вот эта вот губа вот такая прямо вот так вот отпала, руками вот так вот развел. И сидит такой наивный смотрит. А Славочка ему объясняет, смотри, не оставайся в России, езжай домой, помогай своей стране, у вас там спит. Смотри, не заразись. И начал ему объяснять, что это такое за болезнь. А ребенка-то практически, он такой маленький, его практически нету. И вот и говорит тебе, вот такое маленькое, как облачко, существо, такие вещи серьезные. Конечно, верят. А сейчас что сделали с армией? То и сделали, что Славочка рассказывал генералу.
Через 3 месяца Джафар Дудаев с интересом узнает, что для борьбы с оппозицией танки применяются и в Москве. Когда мы из Германии возвратились в Россию, потому что у нас не получилось в Одессу, мы прибыли на Урал по месту назначения, по месту службы. Квартиры здесь не было. Муж остался жить в лесу, в палатке, а мы поехали к маме, в Кемеровскую область. И я очень расстраивалась, потому что это была уже осень, а он в лесу, в палатке, впереди зима. И я очень расстраивалась. Славочка посмотрел, как я расстраиваюсь, подошел ко мне и говорит: «Мамочка, ты так сильно не расстраивайся. Нам скоро дадут 3-комнатную квартиру». Я его спрашиваю: «Славочка, а ты откуда знаешь?» Он сказал, что мне об этом сказали. Я так изумилась и спрашиваю: «Славочка, кто тебе сказал? Давно ли с тобой разговаривают?» А он мне и говорит: «Сколько себя помню, всегда я слышу один и тот же женский голос, который все мне рассказывает». Как-то я и спросила, говорю: «Славочка, ну вот как все это происходит? Ну вот ты говоришь, что тебе постоянно говорит один и тот же голос женский, он тебе все рассказывает. Ты мне скажи, ну что это за голос?» А он говорит: «Мамочка, ну как тебе объяснить? Я, говорит, даже не знаю, как тебе сказать. Но вот этот голос, он, говорит, очень живой, он живой. Потому что, говорит, как мы разговариваем, наши голоса рядом с этим голосом, как мертвые». Вот такой он не мог мне объяснить, он только вот так мог сравнить. Квартиру нам дали очень скоро, 3-комнатную квартиру. И я сюда его привезла. Ну и тогда я его, конечно, повела в храм. Когда я привела Славочку в храм, там были настоятель храма Анатолий Землянов, отец Анатолий, и отец Владимир. Владимир, Славочка сказал, что: «Мамочка, на крыльце с ним храма разговаривать нельзя. Это нужно разговаривать только у иконы Божьей Матери». А он, улыбаясь, священник, молодой тогда был, улыбается и говорит: «Ну, пойдем к иконе Божьей Матери». Славочка его подвел, и смотрю, батюшка все серьезнее, серьезнее, серьезнее Славочку слушает. Потом он ко мне, Славочку привел и говорит: «Вы не расстраивайтесь, это хороший ребенок, у него дар прозорливости, все хорошо». Ну, оно меня успокоило на какое-то время, но мне подумалось, а нужна ведь Славочке поддержка с таким-то даром. Он же маленький ребенок, и рядом духовно глупые родители. Как это так получилось? Стало снова страшно. Но уже успокаивало то, что дитё не с такими способностями, как сейчас, многоспособных. Потому что это было бы самым страшным ударом в моей жизни. Я Славочке сказала, говорю: «Славочка». А он так на меня внимательно посмотрел и сказал: «Мамочка, а если бы это было то другое, о чем ты подумала?» Я говорю: «Славочка, если бы это было то другое, о чем я подумала, нам, говорю, от дьявола ничего не надо, и даров нам от него никаких не надо. Значит, оставался бы один вариант – всю жизнь жить при монастыре и молить Бога о пощаде. Я не вижу никаких других вариантов». К счастью, говорю, батюшка говорит совершенно другие вещи. И когда мы поехали в Лавру, там тоже не сказали ничего плохого.
Мне очень хотелось идти на работу. Очень хотелось. А сколько можно быть домохозяйкой? Я хотела устроиться на работу. Меня принимали на работу. И я хотела в детский сад его отдать. Но он постоянно говорил о Боге. Вот он просыпался, открывал свои большие глаза и говорил о Боге. И когда он ложился уже, помолившись, он всегда говорил «Слава Богу!». Это были его последними словами перед тем, как он засыпал. Он молился сам, он постовал сам, он все делал сам. Вот этот вот садик, вот два садика, вот этот садик очень долго ремонтировали. И Слава сказал, что когда на Урале будет землетрясение, его и сейчас периодами то там ремонтируют, то там. И Слава сказал, что когда будет на Урале землетрясение, вот этот садик, именно вот этот вот, он рассыпется. Настолько вот такой вот. А потом я узнаю, что вроде как под этим садиком просто пустоты. И вот когда тряханет, он типа вот рассыпется. И поэтому у нас здесь так хорошо. Он сказал, что а у тебя, говорит, мамочка, вся посуда рассыпется. Все стеклянное посыпется. А город, он все-таки сказал, что это город Златоуст. А Златоуст, да, он не далеко. Значит, землетрясение это будет не маленькое. Коли все стеклянное, все, что в доме есть, посыпется. Вот такой чудный городок, в котором Слава ходил. Он в этот детский садик заходил, любил поиграть там, где сейчас ребятишки играют, там скамеечка была. И вот он туда старался с ребятишками поиграть. Он же в детский сад не ходил никогда. С ребятами сядут потом вечером на скамеечке, у сторожа попросятся. Им сторож позволит, они пойдут там, походят, поиграют. Славочка пошел в школу с большим удовольствием. И когда он пришел в школу, ему дали вторую парту. Он сидел на второй парте. Он общительный был, ребятишки его любили. Они как воробушки его ждали с утра. И в школу он вместе с ними ходил. И со школы он вместе с ними ходил. И девчонки с ними везде там ходили. И играл он. Его никто никогда не обижал, и он никого не трогал. Вот. И когда его посадили на вторую парту, недалеко от учительницы, потому что он роста не был большого, и тем более она была как-то вроде как наша соседка, хотела Славочку к себе поближе. Мы с одного подъезда с ней были, с Ириной Абрамовной. И когда она его посадила поближе, он своими большими глазами ей высмотрел. Он ей потихонечку на уроке ей говорит: «Ирина Абрамовна, а у вас в животе маленькая девочка». Ирину Абрамовну как кипятком ошпарили. Во-первых, то, что он ее видит, для нее особо секретом не было, но ее же лично не касалось, как она мне потом сказала. Вот. Она говорит, не помню, говорит, как это, уроки закончились. Славочка пошел себе домой, а она пошла в больницу.
Ей сказали, что да, у нее будет ребенок. Вот Ирина Абрамовна все это сама рассказывала. И как-то он шел со школы и говорит: «Ирина Абрамовна, вот вы здоровая женщина, а вот с пятками у вас проблема». Когда он сказал Ирине Абрамовне, к нему стали все учителя ходить, спрашивать. Ребятишки стали спрашивать его. И здесь и началось все. Когда он пошел в школу, вот здесь и началось. Друг другу стали передавать, стали приезжать с города. Со всех сторон начали собираться люди. Он им начал все это говорить. Все это, оно сбывалось у многих почти сразу. Он даже мог спокойно сказать, что билет на этот день не покупайте, потому что вы не уедете. Берите билет через 2 дня, например. Его люди, когда не слушались, потом с изумлением узнавали, что это надо было его слушаться. И люди друг другу начали рассказывать. Вот мальчик же говорил, и пошло на устах. Мальчик, Слава, ребенок, вот такое, вот с дарами. Кто, например, не понимая ничего, говорили, что экстрасенс, потому что это было модное слово, и люди считали, что это очень хорошо. То есть они как бы его восхваляли таким вот образом. А когда им начинаешь объяснять, они просто не понимали всего этого. Сейчас Славочку, конечно, они так не называют. Я Славику сказала, говорю: «Славочка, тебе не обидно, что они так тебя зовут?» А он говорит: «Мамочка, они не понимают, ты их прости». Он мне один раз говорит: «Мамочка, через день придет одна тетенька. Пожалуйста, ты на нее не обижайся, ну пусть она придет». Приходит тетенька. Ну, Славочка меня предупредил, думаю, ладно, не буду обижаться. Вот, и уже что-то там хитрит, что-то там крутит. Я говорю: «Вы где работаете?» Она говорит: «Поваром». И потом что-то я пошла на кухню. Только стала выходить, слышу, как она ему говорит, после того, как он ей объяснил все, и как ей жить надо, и откуда у нее проблемы, и что так решить не надо, я слышу, как она ему говорит, как маленькому ребенку: «Ты полечи тетю, а тетя тебе конфет принесет». Я только хотела сказать, чтобы она уходила отсюда, да, и натыкаюсь на умоляющий взгляд Славочки, что и вспомнила, он же за нее, видимо, просил. Пошла себе на кухню, думаю, ладно, пускай, раз он просил. У него были длинные волосы. Я ему вот здесь постригу, а там он не разрешал стричь. И, значит, учительница сказала, что вроде как директор школы строгая, и сказала, чтобы у всех детей были пострижены волосы, а у Славочки нет прически мальчиковые. Я говорю: «Ну, вы знаете, вы сами с ним поговорите, потому что я на его решение повлиять не могу». Когда я ему сказала, что: «Славочка, учителя говорят, что тебе надо постричься», он сказал, строго на меня посмотрев. Это бывали те редкие моменты, когда он строго смотрел. И вот за свои волосы он так строго на меня посмотрел и сказал: «Пусть будут волосы, как у Иисуса Христа». Я говорю: «Поэтому вы ему скажете?» Они ему не стали говорить. Вот когда Славочка пошел в школу, ему вначале было интересно. А потом приходит и говорит, немножко огорченный, приходит и говорит: «Мамочка, все, что там преподают, все неправда». Просто когда ему начали преподавать историю, он просто действительно посмеялся, что люди так глупо распоряжаются, ну не то, что вот люди глупые, а как-то неразумно, какое-то он другое слово сказал, со своей историей. Что все неправда. В некоторых моментах он просто смеялся, до какой степени мы неправильно понимаем. Но ну, такие они, не злобные, вот, а вот такие вот какие-то веселые моменты в истории. Он просто смеялся и сказал, что это все неправда, вся история, то, что это нам преподают, ему преподают. Потом сказал, что вот этот расчет на Земле математический, он тоже неверный. Что вот эта единица 3/14 пи, она неправильная. И поэтому из-за этой единицы, из-за многих других расчетов, очень много выливается нефти, очень много
неправильных расчетах, из-за которых заражена земля. Что потом, когда она будет гореть, она уже пропитана всем этим, она будет гореть. По оценкам экспертов, сегодня у нефтедобытчиков скопилось около 1 миллиарда тонн нефтяной эмульсии. Она не годится для производства, и в конце концов от эмульсии избавляются, выливая прямо на землю. Тогда в местах нефтедобычи образуются чудовищные шламовые озера. Славочка сказал, что Земля не круглая. Я его спросила, как это она не круглая. Нам говорили, что она круглая. Космонавты же, говорю, видят Землю, что она круглая. Они летают, говорю, по кругу. А он сказал, почему, мамочка? Можно и по окружности. Вот. И он сказал, что если на Землю посмотреть, говорит, с космоса, то кроме светящейся плоскости космонавты ничего не видят. Они также и с Луны ее не увидят. Если, говорит, только посмотреть на Землю с Солнца, вот на таком расстоянии они еще бы увидели всю планету. А так, говорит, нет. И вот что Земля покоится на трех сталактитовых столбах. Они белые, очень сильные, очень прочные, очень крепкие. Столбы стоят на очень прочном материале – это вода. Она настолько плотная, что вот она выдерживает вот это все. Дальше, как я поняла, Славочка, идет как бы пузырь, и пошла бездна. И Славочка сказал, что вот эти мраморные карьеры, шахты или какие-то еще изумруды вот это добывают, что прорываем сюда к ним, а они прорываются к нам как раз. Что вот такие раны Земле наносить ни в коем случае нельзя. И вот когда при потеплении климата вот эти провалы, говорит, все вот эти тяжелые заводы, вот что понастроили люди, тяжелые здания, оно все будет падать туда, в эти пустоты. То есть люди, Славочка сказала, Землю не знают. И он особенно смеялся, когда ему преподавали, что миллионы, миллиарды лет назад динозавры вымерли. Он просто сидел и как колокольчик смеялся. И я говорю, Славочка, почему ты смеешься? А он говорит, мамочка, они не вымерли. Они живут под землей. Вот в этих пустотах у них огромное количество яиц. Вот. А, и опять смеется. Миллионы, говорит, миллиарды. Ах, ах, Земле нету столько лет. Как бы преломляются солнечные лучи, или как-то так, что там под землей существует вот этот мир, где эти динозавры есть. И он сказал, что у них там мягкая травка зеленая, у них там чистая вода, в общем-то им неплохо. Я говорю, зачем тогда они вылезут на поверхность? Славочка сказал, чтобы люди не умничали. Бог допустит, чтобы они вышли на короткое время, чтобы посрамить человека, который говорит, что миллионы, миллиарды лет назад они повымерли. На этом загадки российской природы не заканчиваются. Это остров Сахалин. Местные рыбаки находят на берегу останки неизвестного существа. Они еще свежие, месяца два назад зверь был жив. Судя по костям, говорят исследователи, это плеозавр. Но ведь он вымер миллионы лет назад. Я Славочке сказала, говорю, Славочка, я настолько не понимаю, о чем ты говоришь.
Я говорю, давай дневник заведи себе и будешь туда все записывать. Он говорит, хорошо, мамочка. И начал записывать. Иногда он мне диктовал, я записывала. Очень, порой очень странные вещи. Для меня совершенно непонятные. Поэтому я записывала. А если я записывала, я особого внимания не обращала. Потому что была надежда, что я записала. И вот когда, значит, Славочка умер, ему отец еще состриг волосы на память. Положил в такой полиэтиленовый пакетик и положил себе в выходной карман, в костюм, в шкафу, на вешалке все это висело. И вот когда Славочку хоронили, когда мы были на кладбище, в это время исчезли эти записи, эти волосы, значит, мой шарф и почему-то одна венчальная свеча. Одна осталась, другая пропала. Потому что если бы хотели что-то украсть, были дома деньги. Да и мы тогда, люди жили небогато, а мы приехали из Германии, была и посуда. Ну, было что украсть. Вот. Почему пропали эти вещи, я не знаю. Но дневник вот этот вот так и не нашелся. Поэтому осталось 2-3 записи. Но вот динозавры, к счастью, остались. И Славочка их в разрезе в полном нарисовал. И когда он так подробно нарисовал, там нервы, окончания нервов, я его спросила, Славочка, а зачем так подробно? А он мне говорит, мамочка, чтобы люди смогли хоть как-то с ними воевать. Потому что это будут животные, не совсем обычные. Это будут они как бы, ну вот как сейчас вот выходят, вот иногда там про снежного человека говорят, вот такие вот. То ли они есть, то ли их нету, но они есть. Они просто людей будут убивать и есть. Это все-таки животные. Но они, говорит, настолько будут умные, настолько они будут незаметно подкрадываться человеку, а человек настолько потерял уже всю чувствительность ко всему, что они много наделают беды за короткое время. Это сказал Славочка, не я. Я вообще от себя ничего не говорю. Я передаю, вспоминаю то, что он говорил. Славочка был очень аккуратненький и всегда был чистенький. У него всегда был платочек, у него тоже вот такие беленькие брючки, светленькие всегда, кроссовочки вот у него были. И вот эти постоянно вот зубки он лечил себе сам. И когда меня похвалили, сказали, первый раз видим такой ухоженный ротик у ребенка. Вот это молодец мама. Думаю, да, это молодец отрок. Потому что первый раз действительно они, видимо, видят такое. И отрока такого. Он был очень аккуратненький. И у него было такое свойство. Он никогда ничего сам не возьмет. Он ждет. Как-то утром мы сели завтракать. Нарезано было все на столе. Там бутерброд, чтобы сделать. Он сидит. Отец с раздражением его спрашивает. Славочка, ну все уже приготовлено. Ты что, сам себе не можешь бутерброд сделать? И так это
вот это переминается, так это смотрит на отца, ничего ему не говорит. Отец ему снова говорит: ну что ты сидишь, делай себе бутерброд. Чай стынет. Вот он опять сидит. Я догадалась. Я ему сказала: Славочка, ты хочешь, чтобы я тебе сделала бутерброд? Он: да, мамочка. И так извиняюще отцу говорит: когда мамочка это сделает, оно вкуснее. Холодильник никогда не откроет, из холодильника ничего не возьмет. И вот я посмотрела, что да, что он и кушает. Он никогда ничего не просил. Вообще никогда ничего не просил. Ни в еде, ни в одежде, ни в чем. И я один раз подумала, думаю, ну как это так? Как это ребенок может ничего никогда не просить? Думаю, дай-ка я его испытаю. Я ему сварила кашу овсяную. Вообще не посолила ничего, просто поставила эту кашу и все. Думаю, будет он ее есть или не будет. Ну, как он любил, все аккуратненько разложила салфеточку, положила ложечку. Все чистенько, все блестит, и он ест эту кашу. Вот он ее ест, вида, но никакого не показывает. Но ее есть невозможно. Вот он ее ест, съел он эту кашу. Я говорю: Славочка, каша вкусная? Да, мамочка. Я говорю: Славочка, ну тогда я тебе завтра еще ее сварю. И тут он на меня поднимает огромные изумленные глаза, в них такой испуг, он говорит: не надо, не надо, не надо, мамочка. Вот. И с той поры я уже ему спросила, говорю: Славочка, может, ты что-то любишь? Может, тебе что-то хочется покушать? Ему было как-то все равно, но постовал он сам. Как пост начинался, он постовал сам. Он все делал сам. Вот единственное, что он меня, когда заболел, он меня попросил, говорит: мамочка, ты мне свари бульончик из курицы, чтобы он был прозрачный-прозрачный. И тоненько-тоненько-маленько нарежь сухарики и их слегка поджарь. Вот это он у меня попросил. И попросил, чтобы это все было настолько чистенько и прозрачно. Я это и старалась сделать. И вот это единственное, что он меня попросил, так он кушал. Я не знаю, откуда в нем вот такая интеллигентность была. Она меня не раздражала, ничего. Я просто смотрела и удивлялась. Славик был необыкновенно послушным ребенком. Вот они у нас сидят, допустим, играют с Марселем. Он смотрит на часы. А тетя Мадина, а можно мы пойдем к маме? У нас поиграем. Я маме обещал в 2 быть дома, а часы показывают без 15:02. Я говорю: Славик, конечно. И они идут играть к Валентине Афанасьевне, потому что Валентина Афанасьевна очень боялась за него. С такими дарами ребенка отпускать куда-то, если вовремя не придет, она переживает, а он очень пунктуальный. Ребенок был очень пунктуальным. Ну, конечно, в общении с людьми был очень таким нежным, ласковым. Мы к нему привыкли тогда. Общались, конечно, было очень приятно, но я старалась лишние вопросы ему не задавать. Вот у него было свойство, вот у него такое, что если он чуть-чуть где-то на меня обиделся, ну даже капельку, потому что я сама это делала, чтобы посмотреть, как же он себя поведет. И он тогда говорил: ну, мамочка, мамочка. А дальше не мог ничего мне сказать. Поднимет глаза и говорит: моя ты дорогая. И все. Вот такой интересный был Славочка. Вот у него в классе был мальчик, Вова. Один-единственный мальчик, который пытался его обидеть. И когда я спросила Вову: Вова, ты почему пристаешь к Славочке? А он говорит: я не знаю, я не хочу. Вова плачет, не хочет, но он все равно пристает. Вот это единственный мальчик, который пытался Вову обидеть. И который, когда Славочка умер, он так горячо и горько плакал у Славочки. Горше всех ему было вот это вот. Вовочке, Горшкову. Вот Горшков Вова, он сильно переживал. Я, правда, не знаю, что сейчас с этим ребенком, но вот он как-то приставал к Славочке. И Славочка пришел как-то мне... Я говорю: Славочка, ты что, ему не можешь сдачи дать? Он и говорит: мамочка, я хотела его ударить. Я, говорит, уже, говорит, поднял руку.
И, говорит, ее помимо, говорит, лица, говорит, я эту руку, говорит, пронес, потому что, мамочка, я не могу ударить человека. Он просто, физической силы у него хватало. Он не мог ударить человека. Вообще, не то, что там по лицу или как, он вообще не мог ударить человека. Не толкнуть, не ударить. Он не мог. У него необыкновенно голубые большие глаза. И, казалось бы, в этих глазах отражается небо. Волосики легкие, воздушные и весь он какой-то неземной. Это чудо было. Вот он бежал мне навстречу, подбегает и говорит: «Здравствуйте». А я ему говорю: «Здравствуйте, но ты же меня не знаешь». А он все равно: «Здравствуйте». И побежал. И потом как-то мне больше с ним не приходилось встречаться, чтобы поговорить. Он как-то меня все время встречал, когда я иду, когда я куда-то спешу. Он как бы меня останавливал. Но пытался со мной заговорить, а в хлопотах жизни я не могла никак остановиться. Наверное, что-то не давало. А этот маленький ребенок, он несколько раз ко мне подходил. Прошло много лет. И мне Виктория Дмитриевна рассказывает. Говорит, иду, говорит, я. И он выходит на тропиночку и говорит: «Здравствуйте». Она говорит: «Что ты со мной здороваешься? Ты же меня не знаешь». А сама, говорит, стою и думаю, как на ангела похож, как ангелочек. Не выдержала и, говорит, и говорю ему: «Какой ты хорошенький, прям как ангелочек». А он, говорит, на меня посмотрел и говорит, весело, говорит, так задорно посмотрел на меня и говорит: «А я и есть ангел». Она говорит: «Ах, какой самоуверенный мальчик». И он убежал. А вот сейчас он ей помогает. Очень сильно ей помог. И она сейчас плачет, говорит: «Если бы я знала, кому я говорю». Когда летом было жарко, и я думала, Славочка поспит подольше, то дольше, чем в 7 часов утра, ему поспать не давали, потому что уже на двух скамеечках, как воробьи, сидели ребятишки. И ждали терпеливо, когда Славочка проснется. Я выглядываю в окошко, там сидит уже и Алешка, и Вова, и еще там, ну, все мальчики. И на меня так поглядывают: «Ах, да, раз я выглянула в окошко, значит, скоро выйдет Славочка». Вот поднимаю Славочку, и вот он выходит, они оживают, и вот они начинают с ним играть, он им начинает говорить о Боге, он им рассказывает, кем они вырастут. В общем, все, что они его спрашивали, он буквально на все отвечал. Обыкновенно, сразу, без всяких проблем. И вот как-то один раз они играли на улице, пошел дождичек, они встали под навесиком. Потом дождь прошел, они сели на скамеечке. И у Славика от плеч по голове было очень такое большое, ребятишки как рассказывают, сияние белое. Белое-белое сияние. Вначале они дрогнули, ребятишки, но дети есть дети. Они брали мелкие камешки и начинали уже бросать, посмотреть, перелетит или не перелетит. В общем, это сияние минут 40 было. Долго. И говорят, что это было жутко и красиво, потому что радуга стояла все это время почти. И вот это светилось сияние. Эта радуга отошла, такая маленькая, низкая. Появилось еще 3 радуги после дождя. И после вот этого случая, который меня тоже напугал, я снова повезла в Лавру Славочку. Между домами была такая поляночка, а душно, жарко. Лето такое жаркое было. И вот они ему и говорят, что: «Слава, так жарко, так душно». Он ничего не сказал. Но только там, где они играли, ветерок появился. Они целый день на этой полянке пробыли. И целый день там был освежающий ветерок. Поэтому ребятишки без Славочки вообще не хотели быть. Они его с утра ждали, и в обед они его ждали, и вечером они потихонечку стучали. Но как-то у детей появилось чувство, знаете, они не тарабанили ничего. У детей появилось к нему какое-то благоговейное чувство, и они терпеливо ожидали, когда он сам придет.
А если они стучались, то очень-очень тихо, очень-очень скромно. Они такое чувство, как будто вот они его как берегли, как будто им было стыдно перед ним. И без него в то же время они не хотели быть. Вот такое трепетное отношение мальчиков было к Славочке. Мы с ним играли, пинали мяч, на лыжах катались зимой. Или летом на озеро, на лодках мы, конечно, под присмотром родителей плавали, катались на велосипедах. Всегда ходили друг к другу на день рождения. В типичные игры всегда играли, там в прятки. Вот, все вот эти вот игры детские. Славик был очень сильным характером, смелым. То никогда в детских ситуациях, когда кто-то пытался обидеть, он никогда не трусил, не уходил. Это я его просто уговаривал уйти, не связываться там с хулиганами, то есть, чтобы не повредили его. Вот. А он никогда не показывал страха, то есть трусости у него вообще не было. Вот этим тоже меня поражал, что в таком вот ребенке, в добром, веселом, доброжелательном, очень сильный характер, смелый. Хамза, Мухриддин, мой друг. А вот Хаким Муса, мой двоюродный друг. Это значит, Хаджа Мухриддина, друг Хаджа Муса. А я Слава. Я русский вообще, в отличие от моих друзей. Так, сейчас вы услышите. Ничего не слышите. Кто подключит, смотри. Ладно, тише. Да, кричал. Да без толку это все. Это буха. Ну как-то вообще. Не по-человечески как-то все. Ну разве так можно? Кричать. Вот так вот. И биться, придра. И все, вот так без толку это все. Раз так можно. Голова одна болит, вот так. Больше ничего. Ну ладно, ничего не болит, ладно, все. Будем продолжать свою передачу. По утрам, когда Славик уже приболел и не так резво вставал, а то вот он такой стремительный, он быстренько позавтракает, раз и уже на улице. А так уже стал более медлительный. Так птицы к нему заглядывают. Особенно синички, мелкие такие пташки. Все окошечко усеянное, и вот они вот головки свои это, вытянут и смотрят. Именно не то, что в окошко заглядывают, они смотрят туда, где он лежит, на эту кровать смотрят. Пошли мы с ним в кулинарию. Взяла я булочек. Выходим мы с этими свежими горячими булочками. Голуби прилетели. Откуда их столько налетело, я не знаю. Плотным-плотным кольцом, широким таким кругом, они его обступили со всех сторон. А я рядом была. Они его обступили со всех сторон. Он шагнуть шагу не может. А их много, и они вот так вот ходят. Ходят. И воркуют. Люди останавливаются, смотрят. Людей все больше собирается. А он такой сконфуженный стоит. Я уж думаю, что-то надо делать, как-то надо Славочку выручать. И я просто обратилась к птицам, как к людям, потому что безвыходное положение. Я говорю, вы чего его окружили? А ну, говорю, пошли, говорю, разошлись. Вот, достала булочки. Думаю, сейчас покрошу, и они пойдут за мной. Нет. Они на булочки не обратили внимания. Они расступились, и Славочка прошел. А они за ним пошли. Пташки эти мелкие постоянно с ним были. И когда он заболел, в Чебаркульскую поликлинику, в больницу, мы пришли с ним. Отец, я, кто-то еще с нами был. И вот этот больничный корпус, залетела вслед за ним синичка. А вылететь на второй этаж мы поднялись, она за нами. Вылететь она никак не может, пытается. И она так ударилась об стекло, что мы просто... Ну, она просто... Ну, вот она ударилась и упала. Санитарка пошла взять совочек, что-нибудь, чтобы птицу эту убрать. Попыталась она вначале, эта санитарка, открыть окно, чтобы ее выпустить.
Но не получилось. Все окна наглухо закрыты. И потом, когда она ударилась, санитарка пошла что-то взять, чтобы убрать птицу. И выходит Славочка, грустный такой, из кабинета врача выходит. Подошел. Никто ему не говорил, что Синичка на подоконнике. Он на нас, не глядя ни на кого, из кабинета врача подходит к подоконнику, взял эту Синичку, положил, вот так вот, подержал ее. Вот потом ее вот так вот выпустил. И она куда-то вылетела. Такой случай был. Когда муж вспоминает, он очень расстраивается. Ну, очень сильно расстраивается. Матушка, скажите, пожалуйста, а вот как отрок относился, например, к пожилым людям, ко всему живому, к животным? Ой, об этом можно целую книгу написать, как он относился. Он вот, вы знаете, к старушкам, к старикам, он относился с такой нежностью, с такой любовью. Вот, знаете, иной раз вот посмотришь, вот он разговаривает со старушкой, такое впечатление, что вот он готов ее погладить или приласкать, успокоить ее как-то. Травиночки он настолько любил. Он даже по траве лишний раз, где уж есть возможность, где-то какая-то тропочка пробита, он там пойдет. Он никогда вот просто так вот не пойдет по травиночке. А птицы его любили, окружали его. Вот когда бы он ни пошел, смотришь, все равно голуби, откуда они вот брались к нему? И так они около него явились. Любые птички так вот около него и летали. Он очень любил вообще всю нашу российскую, русскую природу. Он так любил, он все деревья любил. Ну, это просто, я не знаю, это, ну, необыкновенный это же был человечек. Есть, конечно, хорошие дети, все, но ведь даже ну, тысячной доли такого нет. Вот такого отношения доброго, уважительного ко всем людям. С такой улыбкой подбегал. Тетя Ниночка, ну, как у вас дела? Я говорю... Славочка, в ту пору я его так звала. Я говорю, ну ты же сам знаешь, что у меня все хорошо. Но мне же приятно услышать из ваших уст, что у вас все хорошо. Вы понимаете? А, ну это ж такая радость была увидеть. А как он радовался, когда я первый раз ездила на исповедь на причастие. Ой, это же была такая радость у него на лице. Как будто бы это, я не знаю, как будто бы он, что ли, исповедовался, причастился. Он до того радовался, до того... Так он меня поздравлял. И вот потом, в следующие разы, как только я приеду с исповеди, он как будто бы знал, что я приехала с исповеди. Тетя Ниночка, поздравляю вас. Вот понимаете, это ну, невозможно описать, какой он был добрый. Добрый, ласковый, отзывчивый. А вот один раз был такой интересный просто случай. Мы с ним шли с города, с маршрутки, сошли и шли по городку. И ребята маленькие, ребятишки, мальчики и девочки вместе с ними поймали голубя. И они этого голубя, они просто им ломали крылья. И вот эти вот ножки, да, вот так вот. И я смотрела и думала, у меня мысль такая была, сейчас, думаю, возьмут и оторвут голубю голову. Вот такое чувство было. И вдруг эти ребятишки его на пол отпускают, голубя. И он, прихрамывая и взмахивая вот этим поломанным крылом, пытается от них улететь. А Славочка смотрит. Это далеко было, идти далеко.
Я на Славочку так посмотрела, он так печально на меня посмотрел. И я помню движение его руки. Он вот так вот ручку сделал. И вот так вот. И голубь полетел. Вообще любил очень птиц. Сказал, что птицы участвуют в сотворении времени. Что птиц трогать нельзя. Убивать их вообще грех великий, птиц. Птиц надо беречь. Птиц надо кормить. Птицы участвуют в сотворении времени. Я не стала выяснять, как, потому что все равно для меня это все непонятно. Я просто это запомнила. Единожды соседка принесла огромный красивый гладиолус. Он у них на огороде вырос. Но такой пышный, просто королевский цветок. Красный, красивый. И она с такой радостью мне приносит и говорит: «Тетя Валя, я вам принесла цветок». А Славочка занимался, видимо, своим словарем или еще чем-то. Вот такого. Он в основном сидел там кропотливо, как какой-то... Ну, прям ученый какой-то. Или как что-то где-то, не знаю, с чем его сравнить. А такой очень быстро ходил. Раз, и уже пришел, появился. Посмотрел на цветок и быстренько ушел. Но я так посмотрела, что-то не так. Взяла у Танечки цветок, захожу с этим цветком к Славочке. Говорю: «Славочка, ты почему такой опечаленный?» А он на меня так посмотрел и говорит: «Мамочка, мне цветочек сказал, что если бы меня не срезали, я бы еще пожил». Я говорю: «Как он тебе сказал?» Вот. И пошла, поставила цветок. Но с той поры я как-то стараюсь ему не очень-то покупать цветы. Просто он все жалел, все, каждую травиночку. Но он мне дарил цветы. Но какие? Вот когда много-много желтых одуванчиков, он пойдет, сорвет этот желтенький одуванчик, наберет к нему всяких палочек, всяких каких-то ковыля уже вот этого, всякого вот этого, и в середину этот одуванчик, и мне принесет вот этот букетик и подарит. Но как-то, как я не понимала вот этих подарков. Это я сейчас просто вспоминаю, думаю, такой подарок мне вообще никто никогда не подарит. Оно было красивое, но оно было и как-то незачем вроде как. Ну, в общем, такое. Мы грубые люди, и вот этого пока это поймем. Мы же удивляемся твоему любвеобильному сердцу, с умилением воспоим ти. Радуйся, яко каждый срезанный цветок жалевый. Радуйся, никогда же по траве без нужды не ходивый. Радуйся, язык растений и птиц познавый. Радуйся, яко и птицы небесные тебе возлюбили. Радуйся, кругом почета от голуби почтенный. Радуйся, умершую синичку ожививый. Радуйся, праведный отрочи Вячеславе, дивный помощниче во времена последняя. Отрок дивный, отрок светлый, нам подарен всем от Бога, маловерным, слабым, грешным. Всем лежит к нему дорога, он любовью раны лечит, и молитвою своей сердце боль берет, как свечка, сам сгорает на желе, и желая всем спасенья, людям Бога открывает. Через смерть и воскресенье нас сама любовь встречает.